Меня зовут Иван, и сегодня я вам расскажу о памятнике героям рассказа «Судьба человека» Михаила Александровича Шолохова. Имя Михаила Александровича Шолохова связано с донским казачеством и со многими станицами в нашей области, в которых писатель бывал сам и писал о них произведения. Так, в 1946 году писатель встретил фронтовика, который шел из Урюпинска со своим приемным сыном. Его рассказ очень растрогал писателя, и Шолохов решил написать об этом рассказ, который спустя 10 лет опубликовался. «Судьба человека» стала очень популярна не только в нашей стране, но и за рубежом. Скульптурная композиция героям рассказа установлена на месте старой чайной, где в рассказе встретились главные герои «Судьбы человека» Андрей Соколов и сирота Ванюша. Скульптурная композиция «Сергей Соколов и Ванюша» установлена 16 мая 2005 года, к столетию со дня рождения Михаила Александровича Шолохова. Фигуры изготовлены из жаростойкого материала, который не подвергается выгоранию. Автором является знаменитый волгоградский скульптор Павел Черкис. Памятник и по сей день радует жителей города Урюпинска.